Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман принял участие в 5-м этапе мирового чемпионата Формулы-3, который состоялся в минувшие выходные на венгерском автодроме Хунгароринг. В первой гонке уикенда Роберт финишировал на 5-й позиции, во второй был вынужден сойти с дистанции из-за поломки переднего антикрыла. Но позицию россиянин не упустил и продолжил борьбу. За 7 кругов до финиша Шварцман попытался воспользоваться ошибкой Филиппе Друговича и обойти его по внешней траектории. Но на выходе из поворота болиды столкнулись, и Шварцман сошел. Тем не менее, Роберт продолжает лидировать в зачете пилотов. На его счету 124 очка, что на 12 баллов больше, чем у ближайшего соперника. Шестой этап Формулы-3 состоится 30 августа и 1 сентября на трассе Спа-Франкоршарм в Бельгии. В рамках 4-летнего сотрудничества марка Volkswagen передала Российскому футбольному союзу парк самых популярных в России моделей. Церемония вручения состоялась на территории легендарного московского стадиона «Лужники». А участие в ней приняли глава легкового подразделения Volkswagen в России Томас Мильц, глава марки Volkswagen коммерческие автомобили Михаил Семенихин, а также генеральный секретарь РФС Александр Алаев и легендарные игроки, а ныне функционеры футбольного союза Никита Симонян и Алексей Смертин. В пользование футбольному союзу передали 10 автомобилей, среди которых Touareg, Tiguan, Polo, Caravella и Multivan.